Юху, всем привет, с вами енот, с вами... Ты что сделаешь? А, камень ты скажешь, с вами RimWorld. И мы продолжаем наше... выживание, я не знаю, как это называть. Так, что это, по фауне. Муфала гулят где хотят. Животных у меня все меньше, защитных животных у меня тоже меньше. Нужно истреблять все местное. Кто-нибудь в жоках? Серый. Давай, потом иди и работай. Потому что тела нужно убрать, иначе у наших будет много проблем. А пока у нас проблема... А, у нас с компонентами проблема. Черт. Конечно, ну мы наделали там протезы, прочую всякую фигню, но теперь у нас компонентов нет. И надо как-то дождаться торговца. Или заказать торговца. Ну блин, надо найти компоненты. Где вот здесь переделать? Слишком у них легко проходит. Слишком легко. Это все готовит. Блин, еды столько. Давай, Зерик, как сожгешь, иди отдыхай. Ты даже должен делать, пока у нас самый устойчивый это серый. Ладно. Что там? Тона. Идешь тона и декремируй. Редкий трумбо. Ух, етить сколько у вас. Их бы нам убить, чтобы рога получить. Либо завербовать. А ни то мы сделать не сможем, да? Я что, просто мимо проходит или что? Да, жалко. Вот трумбы к себе бы завербовать, это было бы классно. Очень хорошее животное. Ну, походу, уже ничего не сделаю. А вы кто такие? С вами можно поговорить на Опа. Трумба. Так, давайте, кто у нас там самый такой? Сильный гул, сильное недоедание. Сейчас все будет. Все, последнего сожгла, молодец. Иди ешь. Блин, они даже это разобрать-то не могут. Давайте, делайте этот дел. Куча. 1 и 2 шанса, черт. Ну попробуй, может хоть один сможет. Не удалось. 1%. 1%, 1 из 100. Это все, камни гонит. Бесит меня. Я не против, конечно, камней, но блин. Кто все это строить-то будет? Нужно лечение? Кто? Чё? Чё у тебя? Чё случилось? Под кайфом? Грипп? Иммунитет почти выработался. Ну иди отдыхай. А у тебя-то что? Сильный гул. Блин, ну гул у меня ничего не сделал. Он пока не пройдет. Ни туда, ни сюда. Сильный гул 54, офигеть. Невыносимо громкий гул, трудно сосредоточиться. Я замечаю, что разговариваю с ним, кричу на него, но он продолжает приказывать. Ну ладно, пусть побегает. Опять сейчас построить все заново. Все будет хорошо. Здесь тоже можешь построить, наконец-то, все. И тоже делал ловушки. И вот это кто-нибудь разберет, когда руки дойдут. Зима до сих пор идет вулканическая, она не кончается. Дверь починить не могу, компонентов нету, копать некем, ужас. Почему я не могу там, не знаю, из пластали или из железа делать компоненты? Это вообще, я когда-нибудь изучу такое? Почему такая при... ну как сказать... какая проблема делать компоненты? Роботы приходят, мы их переплавливаем. Толку нету. Без компонентов, можно сказать, я сейчас застряну в эпохе этой. Но зато с едой у нас прям просто супер. Кто, Биби?
Нет, пока, женщина. Ну, блин, терпите, я не знаю, сколько он продлится. Длится уже 24 часа. Для вас все условия. Все, что надо, делайте. Я не могу вас ни заставить, ни обучить, ничего. Мне нужны будут только трумбы, если кто может захотеть, берите. Серый все строит, молодец. Потому что здесь самая слабая точка. Они бегут по одной линии. Независимо, как я им ее даю. Но все равно я оставлю на всякий случай такие моменты. Кто знает, вдруг поменяются местами. А зачем ты его приручаешь? Приручен. А, просто, что он с нами, чтобы не ушел. Понятно. Эй, ребят, если бы я мог дать вам что-то... Классно, солнечная вспышка. Вся электроника не работает. Кассандра, спасибо тебе большое. Я все думаю, как ты можешь еще хуже сделать мне? А ты все-таки показала как. Молодец. Молодец. Серый курит. Не подсядь. Так, что мы еще моем? Опа. Че ты тут пропадаешь? Убери. Заберите. Так, отсюда утащили, отсюда утащили. Готовить никто ничего не может. Нет дерева. Нет дерева? Да ладно. Как нет дерева? Вот дерево. Да и дерево есть, было бы только желание. Совсем темно. Все, каменный век. Света нет, ничего нет, все. Да это прям светло было. Мы видели, что происходит. Генераторы-то пашут. Вспышка прошла. Пык-пык-пык-пык. Все подключалось. Кул прекратился. Слава помидорам. Все, настроение у него растет. Биби, что у тебя? Почему ты спишь на улице? Биби, встань. Что? Биби больше не с нами? Не понял. Какого черта Биби не с нами? Вербовать. Что случилось с тобой, Биби? Она решила уйти? Реально, она больше не наша была? Ну, нефрит мне прям так нужен. Я даже не помню, чем ты занималась. Но ты прокачанный персонаж, медицина. А, ты же медик был. А неужели, может, мне еще кто-то так свалил? Ничья, ничья. Вечеринка. Ну да, нам прям заняться больше нечем. Работы нету, все стоит, копать не надо, блин, на, хочу бы не повеселиться. Торговцы не приходят, ничего сделать не можем. Вы же понимаете, у нас самая проблема начнется, когда... Ключи. Что тут у нас? 4. Уже к зиме дело. Ключи. Тоже включи. Самая проблема начнется, когда нам нужно будет чинить кондеры. Вот основная проблема, которая меня беспокоит. И если мне не придут ни торговцы, ни роботы, не упадет никакая часть корабля, я не получу компоненты, а не получая компоненты, я буду очень расстроен. Давайте, делать что-нибудь. Почему Биби вообще отвалилась? Только за нее переживал.
Блин, неужели еще кто-то потерялся? Кто? Ловушка. А, ну нормально. Шариться не будет. Мы новых еще заведем. Тут и альпака, и муфала бегают. Заведем, это не страшно. Амброзию до сих пор не собрали, офигеть. Чем они сейчас занимаются? Ну ладно, ловушки останавливают, это хорошо. Кто может, пусть восстанавливает. Вот серый тут вот вообще пашет только так. Молодец. Калька что-то бегает. Копает, молодцы. Электроплита есть, готовит. Хорошо, что я построил в свое время. Компоненты нужны. На все нужны компоненты. Основная проблема. Ну и что скажешь? Как она еще могла отбиться от нас? Очень красивая столовая. Сопротивление психологическое. Что-то у нее на полу спать вообще прям в моду вошло. Что, я могу на Биби охотиться? Да ладно. Издеваетесь. Так, ну ты перерабатываешь камушки, это хорошо. Мы еще потом создадим второй слой, это неплохо. Ну пусть пока делают. Здесь можно будет какую-нибудь комнатку отгрохать. Когда понадобится. Готовить протез. Давайте разберем, сделаем нормальный стул. Сколько она еще будет издеваться? 17, ладно. Там вообще кто строит? Кто что делает? Это все железо. Выкачивают, ладно. Галька там вот собирает что-то. Все, эти ушли, да? Ушли. Что? Почему ты в фауну попала? Что случилось? Биби шлепает Биби. Ага, показывает это главный. Я не понял, что это за глюк. Но почему-то Биби сейчас животных. Это как так-то? Она что, одичала, что ли? У нее расстройство какое-то, я не понял. Нужды. Сытость. Не знаю даже, что происходит. Это что-то новенькое. Вообще, смотрите, я могу на нее охотиться. Вы не говорите, что она попадет потом сюда, и мне надо будет ее вербовать. Блин, жалко врача. У нас хороший врач был. У нас, по-моему, нет больше хорошего врача, кроме Биби. Медицина 1, 1, 4, 7. Ну, есть один более-менее подающий надежды. 6. Но этого недостаточно. Капец, они долго строятся. Так, что можем сделать? Заморозки. Да, без разницы. Мы обогреватели везде включили. То, что половина пропадет, это ладно. Заодно и проверим, как здесь работает. 17 пока хорошо. 21 топит. Здесь
без разницы, это животное, вообще непонятно, что с ним случилось. Ну ладно. Как-нибудь да вообще не придумаем. Муфала бибель ниха. Почему я могу приручить ее? Я не понял. Это какого же происходит? Блин, так тяжело восстановить, оказывается, все вот эти ловушки. Они вроде сильные, но, блин, капец, не тратят времени. Деревья нам нужны, чтобы заправлять все. Так, все унесли. Что-то рано заморозки, сейчас еще только осень. Ну, в смысле, не зима, но ударили уже. Что, по железу 2000. Можно будет еще дорожки продвинуть, такие делать, понимаете. Больно они хорошие. Вот здесь так, чик-чик-чик, закончу. Нужна теплая одежда. Кому? Серый? Да ладно, что у тебя? Погиб. Не волнуйся, Зеры, обморожение получше, мы тебя вылечим. О, включай вторую. Минус 2, не справляется, фига себе. Это выключаем. Ну, тут более-менее комфортно. Все равно печек других нет. Температура, тебе надо будет поставить костер. Все, зима, все замерзло. Тут минус 3. Ну, минус 3 терпимо. Блин, я думал, теплее будет. Что-то сильные мороза ударили. Надо что-то подумать, как сделать, чтобы было теплее. Двойной слой стен, говорили. Либо вторая печка. Вот, двойной слой стен. Здесь что у нас? 18. Минус 1. Минус 2. Две печки не спасают. Строй. Что, дерево у меня вообще есть? Нету? Опять кончилось? Приказы срубить. Нет, вот же дерево, дофига его. Гипотермия, Они. Они, иди отдыхай. Иди отдыхай. Господи, что ты делаешь? Что-то у меня какая-то вакханалия началась. Это стало животным. Почему гипотермия? На легкую пришла. И ты иди отдыхай, я не знаю. Уличную работу надо прекращать. Как-то бы вот это тепло вывести бы... Сюда. Тут было бы хорошо. Нужно лечение. О, серый, все. Иди отдыхай. Обморожение. Давай, Лерайс, лечи его. Ты животное, сколько там еще будешь? 10? Несколько дней еще. Резкое похолодание. Тут капец. Это не просто резкое похолодание, это капец. Держись, чувак. Прохладненько, ну что я сделаю? Минус 16. Вещи есть, берите, грейтесь, не знаю, придумай что-нибудь. Ты бронька и вещи, и все есть. Броньку сняли, одели куртки. Я делаю все, что могу. Мне нужны торговцы, мне нужна наука, мне нужно все.
Высокоранен транспортный ЖК, цветное просто. И походу я встрял. Причем вдвойне. Нет, сейчас корабль я не сделаю. Хотя, блин, у меня же снайпера есть, надо попробовать. Ну ладно, сейчас разберемся. Давайте просто бегите. Там столько всего как раз делать. Гипотермия, продвинутый стол. Господи. Ничего сделать не могу. Нету ничего. Иди отдыхай. Это все камушки точит. Сейчас все будет. Тобой займется первый проснувшийся. Рано или поздно. Но сейчас будет по-любому налет или какая-нибудь фигня другая. Слишком близко, если они здесь пройдут, здесь уже слишком. Да ладно. Вулканическая зима кончилась. Но остались обычные заморозки. Собаки, а? Зараженный корабль. Так, стой. Оп, беги, беги, беги. Все, они бегут за мной. Хорошо. Встретим их тут. Интересно, успеет, не успеет? Самое плохо, что бегут вот эти. Серый, давай, 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 топи, 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 топи. Что? Что за фигня происходит? Да ладно. Они даже не реагируют. Ну-ка. Побежали, молодцы. Черт,
питомцы. Основная проблема вот эти. Только, наверное, тогда надо разойтись у них, чё. Ракетницы. Стой, 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 стой. Так, ты иди сюда. А, у них все же пулеметы. Так, это хорошо. А вот здесь уже придется с ними бороться. Нет, да ладно. Давай, забивай их. Так, уплотним стенку. Все, ништяк. Все свободны. Питомцы. Не могу, не могу, не могу. Нужно лечение, иди отдыхай. Тона, потом тоже иди отдыхай. Лягушка, иди отдыхай. Брик, иди отдыхай. Все-таки Муфала, походу, молодцы. Надо будет завербовать еще парочку. Иди отдыхай, ты чё? Тоже иди отдыхай. Ты чем занимаешься? Иди. Лечи. Я думаю, перевязать, а ты их сможешь. Что у тебя тут? Черт, 10 часов. Давай быстрее. Сколько там его еще лечить-то? Так, кто у меня, кстати... Прости, чувак. Долечивай, иди тоже отдыхай. Что лечить? Чуть не забыл про это. Сейчас все будет хорошо. Сейчас наладим. Нет, выздоровел, все хорошо. Так, это можно перенести. Пара компонентов есть, ништяк. Смерть Муфала, блин, ну ладно.
Вот так возьмем их. Фауна. Питомцы. Блин, что я сделал? Я пытался все сделать, но у меня вон какая проблема. Проблема на проблеме. А что у тебя, Они? А, Они все обиженные ходят. Фух. Это, конечно, было сложно. Нам нужен тот, кто сможет разобрать. Ну, в смысле, чего вы голодаете? Вы же что? У вас же фауна. Любая. Ходи, не хочу. Помрете, я вас съем. Олень что-то мне делает. Они думают, что у меня безопаснее. Вот неадекватные. Господи, пака. Давай, лечи его. Что это за заражение? Левая нога, блин. Биби, что, нам нужен врач? Она же была такая бесполезная, и то слом не смогла. Два надежда. Блин, у меня тут вообще не понятно, что происходит. Нужно Смерть мухала. Ну я понимаю. Что? Почему никто не спасает? Спасти? Ну, хорошо, построим. Мне торговец нужен, у меня уже вещей выше крыши. Склад переполнен, склад переполнен, таскать все это некуда. Приказы, постройка, стена. Разобрать. Построить. Области крышу. Склад. Пока такой. Копировать. Установить. Сейчас разберемся. Сейчас все будет хорошо, наверное. Пока, блин. Кассандр, ты специально хочешь у меня убить персонажей, да? Где здоровье? 731. Блин, ногу отрезать придется, все, походу. Корми и убери. Тут должно быть безопасно все. Компоненты. Сразу делай джо. Это из них компоненты. Классно, живем. Да, не так много, но, блин, все равно неплохо. Турель, конечно, строить не буду, но, допустим, продвинутый для изобретений станок поставлю. Столько строить, столько восстанавливать. Вот этот проход самый отстойный. Здесь не готово ничего. Ааа! Лягушка, давай, дожаривай, и у нас дел выше крыши. Че ж делать-то? На 5 отстает и никак не могу улучшить. В смысле налет? Кто вы? Что еще происходит? Ну эти-то помрут.
Так, я не понял, а где, что вообще происходит? Над двери. Налет, конечно, небольшой, но, блин, он меня бесит. Да ладно, пусть бегают. А, ты где? Ну блин, что за фигня? Дайте мне перевести дух. Лишь они со всех сторон нападают, просто это тяжело запомнить, кто откуда. Что делать с тобой, я вот не знаю. Здоровье, процедуру добавить. Пеноксилина, может? Амброзию давайте ему дадим. Иди дай амброзию. Проведи процедуру, может, поможет. 57-52, надо как-то его... А, правая нога, можно сделать ему протез, но, блин, накосячит, придется деревянную ставить. Носороги? Носороги, вы серьезно? Понимаете, мы уйдем отсюда. Они не дают мне вообще шансов. Пеноксилин надо, значит, надо дать. А, нет, амброзию ему дадим. Уберем, и все хорошо будет. Давай, нужды. Здоровье, давайте. Амброзию. Давай, иди дай ему кормить. И убери. Вот это место сейчас, да, самое слабое, потому что здесь вообще нет ничего. Толпу носорогов я не выдержу. Буквально медведь. Самка. Но самка здесь муфла. Самец. Попробуем заманить его. Один городской советник, 4 городских стражи, наемника вышибала. Наемник стихии, элитные наемники. 46 лет. Ну-ка, откуда ты предложишь? А с другого места ты не могла его приближать? Что это за кекс такой? Врач, фермер, садовод, кузнец. Что ты бесполезная? Где тут? Медицина. Ну, не такая же бесполезная. Етить с этого угла я точно не отобьюсь такой армии. Кто-то на нас нападет. А вот кто? Пока беги, убирай. Амброзию. Корми, потом проведи операцию.
Убежал. Здоровье. Давай, 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 давай. А как мы в 60 повышли? Все тело под кайфом, амброзия. Потерь крови, тепло, амброзия. Так, что еще можно дать? Ио, наркоз. Питомцы, фауна, еще хотел медведь завербовать. И склад нам достроить надо. Торговца бы мне, торговца. Уходим. Просто тупо уходим. А что, дверь выломали? Классно. Что вообще происходит, я вот не понимаю. Почему Кассандр не может меня тупо отстать? Давай, иди убери кровь, иди корми его. Дай ему амброзию и дай ему пиво. Если ему ногу отрезать, то хоть пусть повеселится. Как вообще? Что вообще происходит? Почему она стала животным? Почему? Это Гулу так сломал или что? Вроде общается, вроде ведет себя только как животное. И почему-то фауну попало. Давайте так сохраним, чтобы одно и то же действие два раза не делать. Ух, я ж думал, зависло. Фауну у меня почти... Питомцев у меня почти не осталось. Кто у меня остался? Альпака, альпака и муфала. Поэтому муфла я всех заберу. Оленихи не знаю, горный котел не знаю. Еды, конечно, у нас хорошо, а вот с остальным плохо. Так, вот группа путешественников. Компонентов не видно. Так, почему вы с трех места нападаете? Почему с трех? Мне бы одну точку отбить. Я отбился только что от зараженного корабля. У меня Биби стала животным, господи. Вы можете мне дать передохнуть? Восстановиться. Перепаять это все, восстановить ловушки, я не знаю. Надо деревянные поставить, они быстро восстанавливаются. Ловушек у меня мало. И фиг знает, сколько я потерял. А почему налет-то? Почему так много-то? Вы мне можете объяснить эту вещь? Эту такую маленькую закономерность. Какого черта? В общем, как придет группа путешественников, будет нападение. Их, походу, налет, и от него мне никак не отмазаться, походу. Но я не уверен, что я его переживу. Я корабль-то разбил с трудом, а теперь все. Оборону неправильно сделал. Давайте еще раз сохранить, чтобы долго не ждать. Дофига всех агрессивных животных. Вот эта точка у меня самая защищенная, но отсюда никто не нападает.
Классно, у меня прям в квартире не хватало. Они издеваются. Нет, ну там же было написано, Кассандра будет типа усилять атаки, но давать между ними отдых. Где тут отдых между ними? Где? Вот ты ж собака. Ну, пробуем отбить. Да вы издеваетесь. Вот какого черта они пошли через тот путь? Вот объясните мне, какого черта? Пошли через этот. Почему не через вот этот? Чё им тут намазано-то? Три точки нет. Потому что сейчас, если ничего не придумаю, это смерть колонии. Последний медведь. Питомцы, давайте безопасное. Беги, беги, беги. Капец, дофига же. Ну что происходит? Ну-ка. Да, есть. Но я не буду использовать. Сколько мне ждать, когда вы пойдете? Ты же собака. Пока, держись. Я ничего не могу тебе сейчас сделать. Установить протез правая нога. Единственное, что я могу будет сделать. А, левая. Все, они идут на штурм. Докопались до этих путешественников. О, мишку умер. Еще двое бегут, это хорошо. Да, бегите, бегите, эти куда побегут? Бегите через верх, молодцы. Сволочи. Держитесь, ребята. Небольшая группа осталась. И что-то нужно с этим киллерумом было сделать все-таки.
Ну, неудачный вариант, да, я замутил. В смысле не трогать? Тебя переплавим. Думал, рычаги. Спасти. Смертельная болезнь. Да нормально все. Захватить. Захватить. Каждый ждет в свою очередь, да, походу? А, вы с той стороны еще зашли? Да нет, это просто смерть. Ладно, попробую в следующей серии. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока. Если... Я не знаю, как мне отбиться, но мне что-то надо будет придумать. Здесь, конечно, их не так много, но, блин... Ну, в смысле, их много, я не могу отбиться. А, и это будет смерть, я думаю, колонии. И Кассандра возьмет вверх. Ну, мы попробуем. Пока еще не сдался. Ну, если серии после этого не будет, значит, сдался. Что ж, всем пока.